Бяу-мяу, друзья, в моих руках варган. Лимба от нашей мастерской, смотрите, как он волшебно галлюцинирует. Этот варган настроен в ноту фа диез контр-октавы. Это мощный басовый варган, который можно превратить в ультрабас при помощи магнитного шарика, который идет в комплекте. Это будет во второй половине видео. Сейчас мы насладимся его чистым звучанием. Теперь берем с корпуса магнитный шарик, помещаем его в кольцо. Язычок у нас становится тяжелее, но при этом сохраняет свою упругость. И басы. Фантастический варган Лимба. Напоминаю, что настроечка у нас фа диез контр октавы. Это есть в названии видео. Запишите или сохраните себе, если вам понравилось звучание. И мы сможем вам изготовить именно такой варган. Кстати, есть у него и много других вариаций. Вы их найдете в одноименном плейлисте варгана Лимба. И сможете найти звучание на свой вкус. Хоть еще ниже, хоть выше. Моя 100% рекомендация. Бяу-мяу.